Всем привет, с вами Кераса, и сегодня мы проходим Фаренгей. Остановимся на том, как отсидели дома у Тиффани. Да, вот сейчас мы приехали в психлечебницу. Привет, мое имя Барни. Как медвежонок. Детектив Карло Валенти. Вы хотите поговорить с Янусом, так? Он во втором коридоре направо. Когда закончите? Опять свет отключили. Это уже шестой раз за день. Впрочем, в такие холода это неудивительно. Хорошо, что у госпиталя есть свой резервный генератор. Помните, камера Януса во втором коридоре справа. Понял. Один из моих коллег ждет вас там, чтобы открыть дверь. Окей. Я за вами присмотрю. С да вами ничего не случится. Спасибо, Барни. Спасибо, медвежонок. Не, реально, на медвежонка похож такой миленький, улыбается. На самом деле я не знала, что я тут собираюсь найти. Убийцей был Кейн, в этом не было сомнения. И все же мне просто необходимо было узнать подробности дела об убийстве Кирстена. Здравствуйте, я подожду вас здесь. Хорошо, спасибо. Окей. Милашка. Так улыбается сразу, так и грустно стало. Ну ладно, давайте сядем. Здравствуйте, я следователь Карло Валенти из полиции Нью-Йорка. Я бы хотела задать вам несколько вопросов, если вы не против, разумеется. Мы не могли бы обсудить дело Кирстена, что на самом деле тогда произошло. Зачем вы взяли на себя труд меня навестить, следователь Валенти? Я, знаете ли, сошел с ума. Все, что я скажу, не имеет смысла. Разве не так? Возможно, я найду в этом смысл. Энтон, расскажите мне все, что вы знаете. Мужчина и женщина. В прачечной. Она полновата. Латиноамериканка. А он... У него в глаз воткнут нож. Откуда вы знаете? Я был там. Я вижу его глазами. Я присутствовал при всех убийствах. Я был там. Кто убийца? Никто не знает. Его никто не видит. Он не оставляет следа в людской памяти. Но я знаю. Я-то знаю, что он есть. Он среди нас. Незримый. Он повсюду. Почему он убивает людей? Он хочет увидеть другой мир. Он ищет маленькую девочку. Он уже очень давно ждет. Она нужна ему. И он сделает все, чтобы ее заполучить. Так вот, которую девочка показывается ему. Были и другие подобные убийства, да? Убийства не прекратятся, пока они не найдут девочку. Зачем? Зачем убивать? О, мир совсем не такой, как ты думаешь. Оранжевый клан Тайна всеми управляет. Какой оранжевый клан? Они следят за нами, они слушают наши разговоры постоянно. Они записывают то, что ты говоришь, они знают, что ты делаешь каждую секунду. Они повсюду. Как это связано с убийствами? Они хотят безграничной власти. Они хотят ответа на вопрос жизни. Они хотят жить вечно. Энтон, мне нужно идти. Спасибо вам за помощь. Уже слишком поздно. Мы все умрем от холода. Это будет конец человечества. Конец человечества. Смешно, блядь. Ладно, свалим, что здесь больше. Все идет по плану. Я отведу тебя к... Черт! Похоже, сейчас это серьезно. Похоже, наш запасной электрогенератор не включился. Ничего, пройдет. Иногда мы ждем пару минут. Подождем, пока здесь. Что это за шум? О, черт! Двери камер! Все камеры открылись.
Наверное, перебои с электричеством повредили автоматическую систему закрывания дверей. Что? Вы хотите сказать, что пациенты могут выйти из камер и ничего... Не двигайтесь, не шумите. Мы же не хотим, чтобы они нас тут нашли. Просто стойте спокойно, мы подождем, пока дадут свет. Успокойтесь, подойдите ко мне. Санитар, они его поймали. Нужно уходить отсюда, иначе они меня найдут. Если не успокоюсь, то упаду в обморок, и тогда они меня точно найдут. О боже, быстрее, нужно отсюда выбираться. Черта не вижу, надо яркость увеличить. Так, сейчас надо налево повернуть. Приближается. Он уже так близко. Замри, Карла. Не двигайся. Не дыши. Он уходит. Можно идти дальше. Обосрался сейчас, честно. Он уходит. Можно идти дальше. Ну, тут... Сейчас я сделаю уже. Слишком ярко. Барни! Барни! Открой! Слава богу, вы выбрались. Не знаю, что... Все равно как-то ярко. Случилось. Автоматическая система открыла двери всех камер. Вы не ранены? С вами точно все в порядке? Да, блядь, в порядке, конечно. Я бы обосрался. Отлично, Барни. Отлично. Обожаю играть в прятки в темноте с кучкой убийц-психопатов. Норма. А, во, профессор Курякин, или как его там зовут? Этот ученый из телепрограммы был моей последней надеждой. Не знаю, как племя Майя связано с тем, что со мной случилось, но тогда я был готов выслушать любое объяснение, которое придало бы хоть какой-то смысл тому кошмару, в который превратилась моя жизнь. Здравствуйте, я журналист. У меня встреча с профессором Курякиным. Профессор вас ждет. Ну, на журналиста ты похож, конечно, да. Профессор Курякин? Да? Меня зовут Джон Каннингем. Мы разговаривали по телефону, и я журналист. Собираю информацию для статьи о религии майя. А, да, я вас ждал, молодой человек. Напомните, для какого издания вы пишете? Блять. Я пишу для National Geographic. Забавно. Ваше лицо кажется мне знакомым. Мы с вами раньше не встречались? Да, со мной такое часто бывает. Наверное, у меня такое лицо, которое всем кажется знакомым. Ну что ж, давайте. С чего вы хотите начать? Вы можете рассказать мне о Квечнитлане? Конечно. Пойдемте, я покажу. Вот и пасть из змеи. Вы видите перед собой древнего бога майя Квечнитлана, двухголового змея. Одна голова смотрит в этот мир, другая в другой.
Оракулы Майя открывали обе его пасти и могли видеть через змея другой мир. Что нужно сделать, чтобы змей открыл две своих пасти? Человеческое жертвоприношение, разумеется. Освобожденная душа открывает проход, и оракул может использовать змеиный канал, чтобы увидеть другой мир. Скажите, как проводили обряд жертвоприношения? Пойдемте, я покажу. На рисунке, который датируется первым веком до нашей эры, изображен обряд жертвоприношения. Агония жертвы должна была быть долгой. Главное — держать пасти змея открытыми как можно дольше. Жертву ударяли ножом 3 раза. Каждый удар перерезал одну из легочных артерий, ведущих прямо к сердцу. Блять, так это все правда. Как происходит жертвоприношение? О, оракул ни в коем случае не должен осквернять себя чужой кровью. Поэтому он выбирает посредника. Совершенно случайно обычного человека. Этот человек становится палачом. Оракул полностью контролирует палача, управляя им на расстоянии. Ну вот кто стал посредником. Жертвоприношение Майя. Вот что это. Вы не журналист, так? Кто же вы? Меня зовут Лукас Кейн. Полиция ищет меня по обвинению в убийстве, которого я не совершал. Но я был палачом. Вы убийца? Я не виновен. Я 3 раза ударил незнакомого человека, перерезал ему артерии. Все точно так же, как вы описывали. Не хотите же вы сказать, что в наше время все еще живет оракул Майя? Это совершенно невозможно. Вы видели этот символ раньше? Это символ Квечнетлана. Палачи вырезали его себе на запястьях, прежде чем совершить жертвоприношение. Значит, это правда. Боже мой, в кодексе написано правда. Кодекс? О чем вы, профессор? Вам нельзя здесь оставаться. В газете, которую читает охранник, есть ваша фотография. Он вас точно узнает. Давайте пойдем отсюда, я вам все расскажу. Сейчас карточку возьму только. Спасибо за помощь, профессор. Да вы шутите. Да. Блять, его что, убили? Да. So close. Ты живы? Профессор! А что с ним стало-то? Говорится о приходе ребенка.
пророка ответа на все вопросы жизни. Оракул убивает, чтобы найти дитя. Да. Я давно ищу с тобой встречи. Эй, ты мне твой голос знаком. Мало кто может противостоять Оракулу. Что же в тебе особенного? Хрома. В тебе есть хрома. Это все объясняет. Как же ты заполучил такую силу? Какую силу? Важно то, что тебе пришло время умереть. А если скажу тебе, пошел нахуй? Почему меня? Почему выбрали меня? Случайность. Палача всегда выбирают из толпы. Тебе оказали великую честь. Ты послужил делу Квест-Сетлана. Хрома? Что это значит? Сила, создавшая Вселенную, начало всех начал. Тех, кто ей обладает, она наделяет невероятными способностями. Хватит разговоров. Меня ждут другие дела. Мы встретимся снова. В другом мире. В каком мире? Ох ты ж, блядь. Беги уже, господи. Блин, как он не выдохся? Ох ты ж, блядь. А? Агата? Агата? Но как? Слушай внимательно, Лукас. Те, кто стоит за Оракулом, ищут маленькую девочку, кристально чистую душу, которая еще не воплощалась в человеке. Ее появление было предсказано в древнейшем за всю историю человечества пророчестве. Это девочка из твоих видений. Найди ее раньше Оракула и спрячь в безопасном месте. Поторопись, okay. Времени мало, они уже вышли на твой след. Должен тебе сказать, мы недовольны. Очень плохо. Он снова от тебя убежал. Сначала в музее. Большая ошибка, тогда в музее. А затем в волне. Так вдобавок ты еще и раскрыл перед ним свое лицо. И все напрасно. Просто я не знал о некоторых факторах, мои владыки. Каких факторах? Как он может обладать Хрома? Это невозможно. Бред! Как он может обладать Хрома? Я не знаю. Еще раз задайте вопрос. Но совершенно уверен, что обладает.
Вот почему он отразил мои ментальные атаки и успешно скрывался. Причем Ментосом угощался. Это может заставить нас изменить план. Это серьезно. Да, очень. Это еще не все. Кто-то вмешался. Что это значит? Когда ты был с ним в волне? Да, мой владыка. Кто-то отразил все направленные на Кейна атаки и защитил его. Это не был один из нас. Наверняка нет. Нет. Я думаю, это был кто-то еще. Его хрома. Другая. Другой клан? Это невозможно. Остались только мы. У нас есть враг. Который также ищет дитя Индиго. Они не должны найти ребенка. Это была бы катастрофа. Катаклизм. Кейн на их стороне. Или они его просто используют? Он ключ. Он видит нашими глазами. Он не должен найти ребенка. Ты должен решить эту проблему. Определенно. Я уже принял меры. Я с ним наверняка разделаюсь и очень скоро. Не разочаруй нас. Понял, ты можешь, да? Идти. Чё, Валик? А? Блять, Маркусу что ли идет? Оракул в церкви Маркуса. Нельзя терять ни секунды, нужно позвони. Предупредить его, иначе ему конец. Позвони ему быстро, господи. Лучше подождать, Карло. Подмога будет с минуты на минуту. Оу. Ни за что. На этот раз я собираюсь взять его. Портье поклялся, что он был в своей комнате, теперь ему не уйти. Надеюсь, этот парень не ошибся, когда сказал, что узнал Кейна по фотографии в газете. С виду он такой слепой. Он бы собственную мать в телефонной будке не узнал. Мы найдем ответ в комнате 369. Господи. Давай, звони. Отвечай, Маркус. Отвечай! Здравствуй. Вернусь через минуту. Нужно ответить на телефонный звонок. Собор Святого Павла. Маркус, он в церкви. Не дай ему схватить себя! Лукас, это ты, Лукас? Что происходит? Нет времени объяснять, Маркус. Немедленно беги, закрой двери, закрой их покрепче. Умоляю тебя, просто сделай, что я прошу. Ну хватит, Лукас. Ну сделай это! Фух, слава богу. Хорошо, я закрылся. Теперь ты объяснишь мне, что происходит. Позвони в полицию и не выходи, пока они не приедут. Фух, слава богу. Лукас. 369. Вот оно. Отлично. О, нет, вы шутите. Или он изменился после того, как была сделана фотография, или это не он. Черт возьми, что произошло? Девочка, успокойся, я думаю, произошло небольшое недоразумение. Номер 366. Тайлер, это не тот номер. Да? Наверное, здесь на этаже есть еще один номер 369. Это не тот номер. Это не тот номер. Это не тот номер. 62. Дальше идти нет смысла. Комната Кейна на этом этаже. Это не тот номер. Так, вот этот. Птичка улетела из клетки. Я найду его, Тайлер. Обещаю тебе. Давай, пойдем. Лол.
Лукас, ты должен прийти немедленно. Они говорят, что убьют меня, если ты не придешь. Я в старом парке аттракционов. Умоляю, поторопись, они... Думаю, ты уже понял, что я не шучу. Так что не задерживайся. Бля... Я иду к своей смерти. Все, через что я прошел после того, как вошел в ту забегаловку, все эти события вели меня к этому. Я устал бороться. Устал все время бежать и скрываться. Я все равно проигрывал. Осталось сделать только одно. Попытаться спасти Тиффани. После этого я решил больше не бороться со своей судьбой. Лукас! Лукас, помоги! Тиффани! Она наверху американских гор. Нужно найти способ туда забраться. Вижу. Но птица ебаная. Странно. У меня такое чувство, если что я увидел. Его уже где-то видел. Так, погонцу, он был в забегаловке. Лукас! Лукас, помоги! Да не ори, бегу уже. Че, на горках, что ли, покататься надо? Весело. Оплатить надо? Где кондуктор? Лукас! Лукас, помоги! Рон-дон-дон. Наконец-то все побыстрее. Ой, бля. Уходи, Лукас! Это ловушка! Тебя хотят убить! А то я не понял. Блядь, ненавижу никогда во всех играх. Правда. Давай, освобождаем, господи. Наслаждайся поездкой в другой мир. Поделай. Ох, ёбаный ты в рот. Вот и все, все кончено. Теперь остается только ждать, впрочем, недолго. Отлично, все прошло по плану. Я чувствую еще сигнал. Спинномозговая активность. Ему снится сон. А? Опять из детства, что ли? Давай, Маркус, пора. Куда пора-то? Скорее, у нас мало времени. Лукас, ты точно хочешь идти? Там может быть опасно. Маркус, нам же нужно быть готовым ко всему, так? Может, там корабль пришельцев? Или гробница древнего короля со всеми его сокровищами?
Или гигантский замерзший динозавр. А что, если там секретное оружие для завоевания мира? Давай, пошли быстрее. Ангар хорошо охраняется. Нужно поторопиться, чтобы нас не поймали мама с папой. Вот это детство у детей, понимаю. Никакого интернета, ничего нет. Не то, что сейчас наше нынешнее поколение. Ой, ладно, погнали. Блять. Стой, стрелять буду! Не стреляйте, сэр! Мы просто дети! Мы дети Кейна! Это еще что такое? А ну марш домой! Ок. Спалили. Лукас, ты с ума сошел? Нам повезло, что он нас отпустил. Если мы попадемся еще раз, он надерет нам задницы. Делай, что хочешь, Маркус. Я возвращаюсь. Господи, как же далеко бежать, а? Вы не представляете. Стой, стрелять буду! Это еще что такое? А ну марш домой! Господи. Я думаю, что это легко. Я еще никогда так не ошибался. So close называется. Стой, стрелять буду! Да как так-то? Стрелять буду! Блять, ну что такое, а? Стой, стрелять буду! Да стреляйте, стреляйте. Стой, стрелять буду! Господи. Блять, тут солдат вообще. Остался, блять. Так хорош. Солдат, быстро прячемся. Мы дальше не пройдем. Этот солдат загородил нам дорогу. Один из нас должен проскользнуть и найти способ пройти дальше. Ага, крестик. Там пошел волк.
Давай, стрелять буду! Блять. Это еще что такое? Стрелять буду. Ну-ка. Это еще что такое? Ой. Лучше мне сначала дождаться Маркуса. Маркуса? А чё, Маркус сам добежать не может? Единственный способ пробраться в ангар незамеченными – забраться за телеграфный столб и перелезть по проводам. Это невозможно. Столб прямо у солдата перед носом. Знаю, но другого пути нет. Слушай, я попытаюсь сделать так, чтобы он отвернулся, а ты в это время забирайся на столб. Я постараюсь, чтобы у тебя хватило на это времени. Хорошо, но как ты это сделаешь? Встретимся дома. Расскажешь все, когда вернешься. По крайней мере, так мы точно узнаем, есть ли в ангаре летающая тарелка или нет. За домом. А что за домом? Лукас, дело за тобой. Лол. Что ты здесь делаешь? Сэр, я ищу своего кота. Он убежал из дома. Он был на куче мусора, а потом убежал, и я не смог его поймать. Ну, конечно. Ты один из мальчишек Кейна, да? Иди домой, сынок. Не нужно тебе в такое время одному тут разгуливать. А как быть с котом, сэр? Найдем его завтра. А сейчас иди домой. Называется So Close. Вот, понимаю, сейчас скатился.
ясно? Отлично. Теперь ты должен как можно быстрее найти дитя Индиго. Осталось мало времени. Видение становится все яснее и яснее. Я почти обнаружил, где она находится. Действуй. Времени мало. Ребенок должен попасть к нам. Пророчество должно исполниться. Ты можешь идти. Когда мне позвонили, я не колебалась ни секунды. Я никому об этом не сказала, даже Тайлеру. Я знала лишь, что мне нужно было прийти на могилу Тиффани Харпер, бывшей девушки Лукаса Кейна, похороненной этим утром. А что здесь она делает? Цветы. Да. Она была хорошим человеком. Не нужно было ее во все это впутывать. Вы не арестовывать меня пришли. Вы знаете, что не я совершил все эти убийства. Да ну. А почему вы так думаете? Как ты выжил, Лукас? И я читаю ваши мысли. Я знаю, что это дело заинтриговало вас настолько, чтобы вы согласились меня выслушать. Странно. При разговоре у него изо рта не идет пар, как будто он выдыхает холодный воздух. Ну, и кто же тогда убийца? Я не знаю его имени. Я даже не знаю, есть ли на свете кто-то, кто это знает. Все, что я знаю, он Оракул Майя, который обладает достаточной силой, чтобы стирать воспоминания о себе у тех, кто его видел. Зачем ему убивать всех этих людей? Он проводит обряды, чтобы найти девочку, дитя Индиго. Оракул действует не в одиночку, так? Он член тайного клана, который объединяет сильнейших на Земле. Их сила безгранична, и они сделают все, чтобы найти дитя Индиго. Это оранжевый клан, да? Вы уже знаете про них? Я разговаривала в психушке с одним из убийц. Он упоминал об оранжевом клане. Ах, все это невероятно. Но и его рассказ вполне логичен и соотносится с тем, что я знаю. А как же все эти трупы, которые остались после вас, Лукас? Что случилось с Тиффани и той старушкой Агатой? Оракул хотел меня уничтожить. Я стал для него помехой. Он хотел заставить Агату замолчать, а Тиффани использовал, чтобы заманить меня в ловушку. Все эти убийства. Он говорит о них без всяких эмоций, будто это для него уже ничего не значит. Как вы все это узнали? Я просто знаю, вот и все. Вопрос не в том, правду я говорю или нет. Вопрос в том, поможете ли вы мне. Помочь? Зачем мне вам помогать? Затем же, зачем вы решили сегодня утром прийти сюда, не сказав никому ни слова? Потому что вы знаете, что я говорю правду. Потому что если мы ничего не сделаем как можно скорее, холод скует всю планету, и завтра уже никогда не наступит. Даже если все это правда, что мы можем сделать? В это никто не поверит. Если Оракул и правда обладает всеми этими способностями, как нам его остановить? Нужно найти дитя Индиго до него и спрятать ее в безопасном месте. Вы знаете, где она? Еще нет, но я ее найду. Когда Оракула посещает видение, я вижу его глазами. Если он ее увидит, увижу и я. Это просто безумие. Поверить не могу, что я здесь стою и говорю о спасении мира с беглецом, которого ищет вся полиция страны. Вы вольны выбирать, на чьей вы стороне. Можете меня арестовать, а можете довериться мне и спасти дитя. Но решайте быстрее. У меня мало времени. Что же делать? Если он лжет, я стану сообщницей убийцы и отправлюсь в тюрьму. Но если это правда, то ему нужно помочь.
Ну, либо вы псих, либо настоящий герой. Ни тот, ни другой. Просто оказался не в то время, не в том месте. Блин, я не знаю зачем. Я не специально за сейв зафейлил, простите. В общем, что я хотел сказать. На этом, я думаю, такое видео подошло к концу. В скором времени выйдет продолжение. Смотрите, подписывайтесь, ребята. До новых встреч. Всем пока-пока.